и господа, леди и джентльмены. Ой. Ё-моё. А чё, по-моему, прикольно. Дорогой Паша, вот этот подарочек тебе. Ну что, Федька, не бойся, это не больно. Это банан, его нужно очень-очень быстро трусить. И всё? Давай труси. Всё. Ух ты, это как? Как-как, вот так. Отдай. Покупайте кукурузу, сладкая вареная кукуруза. Остался один качанчик. Вот жулик. Слюньки капают на пузо, покупайте кукурузу. О чем ты мечтаешь? Я мечтаю о наушниках AirPods. А это что? Это такие наушники для айфона, но только без проводов. Это я запросто. Раз, два и готово. Дорогой Паша, эти AirPods я дарю тебе. Валера, ты что наделал? Ой, по-моему, мне пора бежать. Валера, а ну-ка стой! Конфетку мне в рот, Паша, я его нашел. Ну давай посмотрим, готов? Ага. Так, иди лучше с этой стороны стань. Угу. Готов? Давай. Полундра! А по-моему, классный череп. Ой, глаз выпал. Чё-то он как-то совсем тут не держится. Ну и ладно, крутая вещь. Валера, я тебе лайк поставил в честь дня рождения. Не надо, отстой, убери его от меня. Паша, о, и это тоже тебе. О, это я уже понимаю, такое солидное что-то. Металлическая ручка, такая тяжеленькая. Да ты посмотри, как она работает. А как? Ай! Правда смешно. Так, подарки я люблю. Давай посмотрим, что тут за подарочек. Ух ты. Какие-то полуролики. Это на пятки одевается. Паша, обувай. Ого, странновато как-то. А вдруг я упаду, Валера? Да не упадешь, поехали. Ага, ладно. Ё-моё, блин, Валера, ну тебя с твоими подарками. Ай, больно-то как. Паша, а давай, когда видео наберет 100 тысяч лайков, мы тебя с лестницы на лыжах спустим, ага. Ты обалдел, Валера. А чё, по-моему, прикольно. Открывай глаза. Дорогой Паша, вот этот подарочек тебе. Ого, большой. Интересно, а что там у нас? Не может быть! Это же PlayStation 4! И не какой-нибудь там, а Pro! Я очень давно хотел себе его. Сейчас я его достану и подключу. Так, как-то подозрительно коробочка легкая. Так, я не понял. А где все? Алло, Валера, а где приставка? Какая приставка? Не было никакой приставки. В объявлении продавали очень красивую коробочку. И все. Валера. Ой, я что-то опять не так сделал. Лучше я пойду. Медведи, мне нужен один доброволец, который пожертвует собой ради вкусного медведского супа. И этим медведем будет... Будет этим медведем... Этим медведем будешь ты. Да-да, ты. Паша, медведя добавлять уже в суп? Угу. Ну что, Федька, не бойся, это не больно. Как там это в фильме-то было? This is Sparta! Медведь в супе. Что это? Виниловая пластинка из прошлого? Давайте посмотрим. Ага, это муляж. А вот здесь вот что-то есть. Что же там? По-моему, она немножечко сломалась. Но задумка была очень крутая. Шоколадка в виде виниловой грампластинки. Жаль, правда, что она разбилась. Как разбилась? Это ты сломал мою сладкую музыку. Это не я. А кто? Я. Сейчас попробуем ее. Классная вещь. Я египетский бог конфет и сладостей. И как зовут тебя? Валера. Лови. О, барабан. Валера, а зачем тебе еще один барабан? Это шаманский отпугиватель китайского коронавируса. Чего? Паша, повторяй мантру. Китайская фигня, уйди от меня. И после этого к тебе никакой вирус не прилипнет. Вот спасибо. В синем углу ринга монстр с красным лицом. А в правом углу кот с подбитым глазом. Раунд один. Файт. Так, ты должен его победить. Ты видел, у него хук слева страдает. Понял? Угу. Ты его так поближе подпустишь, и как дашь ему? Я на тебя целую конфету поставил, так что не подведи.
Ну, а ты понял, как надо делать свой хук слева? Так, раз, раз слева его, понял? И ты победишь, и я в тебя верю. Раунд 2. У нас технические неполадки. Кот вывихнул лапу. 2. Кефирчик. Сейчас как набулькаю его. Вот, теперь немножко муки. Шмякс, чуточку соли. Цыпа. Так, я настоящий повар. Фух, вот это я понимаю, развлечение. Валера, ты опять тут намусорил, ё-моё. Я же только поубирал. А что, я готовлю, а ты убираешь. Все честно. А еще я купил вон чего. Палку в носу ковырялку. На, будешь там себе в носу шебуршить. Вот так вот. Валера! Ну ладно, все. Это похоже на обычную стирательную резинку. А почему она такая грязная с другой стороны? Так я уже ей чистил кое-что. Ой, фу! Валера, ты еще ее в нос мне засунул, эту грязную штуку. Аша, готова моя прелесть? Вот. Оно прекрасное. О, это королевский перстень. Теперь я смогу сделать многое. Медведи, теперь у нас есть кольцо, символ медведской власти на земле. И с ним я смогу захватить все конфеты у Паши. Мы, медведи, теперь будем править миром. Паша, я повелеваю тебе отдать все твои конфеты. Чё это? Потому что у меня есть сильное кольцо Валеры. А у меня есть более сильное кольцо Желтобрюха. Ой, только не это. Повелеваю, чтобы он вернулся. Пожалуйста, не надо. Только не он. Да, как по мне, это очень классная штука. Паша, у меня две новости. Первая, нам привезли кучу подарков. А вторая, открывать их мы будем, как только мы наберем 100 тысяч лайков. Угу, понятно. Кстати, а зачем ты мне подарил подводную лодку, а? А что, я разве не сказал? Нет. Это, я твои ключи от машины уронил в унитаз, и без подводной лодки их не вытащить. Валера! Ой, мне нужно бежать. Ладно, пойдем. Ну, и где? Валера, представляю тебе... Кота-галерею. Ого, кот и парашютисты. Коты поют Рамштайн. Любитель подглядывать в замочную скважину. А эта картина называется «Как развивалось косоглазие». Паша, это же шедевр. А это называется «Паша снимает новое видео». Коты и звездное небо. Медведя захватили в заложники. А, класс! Это был мой самый классный день медведя. Точнее, день кота. Ребята, а давайте наберем 100 тысяч лайков. Может быть, тогда Паша купит мне настоящего котика. Угу, мечтай, мечтай. Ну, Паша. Жадина. Дамы и господа, леди и джентльмены, сегодня состоится финальный бой. В красном углу ринга жук шершавый. Паша, это твой боец. А в синем углу ринга жук конфетогрыз. А это мой боец. Чей боец победит, тот и решает, сколько раз в году будет день Паши. Что-то он какой-то хиленький. Ну ладно. Раунд 1. Ничья. Раунд 2. Победил жук конфетоед. Финальный раунд. В итоге победил мой жучара. Да по-моему, Валера, это ты еще тот жучара. Я считаю, что день Паши должен быть один раз в месяц. А то у меня будет стресс. О, вот он. А он хоть съебоден получился? Чего? Съебоден. Съедобен. Да, съедобен, точно. Не знаю, как вам, но мне кажется, это лайк. Паша, у меня скоро день медведя, уже пора готовиться. Да? У меня тоже скоро праздник. Какой? Как какой? День Паши. А, может, не надо?